Всем привет, ребят. Решил сделать конкурс в честь 8 марта. Всех девочек с праздником. Ну а мы разыграем тоже девочку. Конкурс будет на розу, то есть розалинду, неважно какой сервер. Так, забираем итемы. Что тут у нас? Вот я забрал хрустальку. Решил докачать немножко аккаунт. Сейчас заберем все остальное. И расскажу вам уже о правилах. Так, окей, отлично, это забрали. Поехали посмотрим, когда там шопинг спри у нас. Надо было это сделать еще раньше, позабирать шопинг спри. Ну, что-то засмотрелся в видосике. Так. Час 23. Не скоро. Так, окей, давайте немножко силушку качнем. Потом подкрываем митомы. Так, что тут у меня все уже 19-е. Я начал прокачку уже на максималку до 20-го. Я думаю, докачаю всех. Всех ронинов посмотрю, что там у нас получится по силе, а потом уже буду досливать их. Как видите, сейчас будет опять загвоздка в книгах. Надо будет очень много книг. Я фихил. Ну как, не особо много, но чтобы прокачать всех до 20-го. С тысяч 5-6, а то и больше. Смотрите, на каждого уходит в районе 150, а их 1006-7 не хватает. Ждем, когда будет что-то интересное с предложением, или обнову уже подождем, хотя я думаю, вряд ли я до обновы дождусь. Точно так же, как и мы качали миллион, не дождались. Так, что у нас тут есть? 24. Неохота, конечно, их всех прокачивать на 20, но вариантов нет. Хочется все-таки посмотреть, какой максимальной апсилы можно на сегодня сделать. Ну, плюс-минус, конечно же. Папаем ронинов, и опять у нас герои разбегутся по алтарю, придется опять изучать по новой. В общем, в чем суть конкурса? Есть в мешке розы у меня, ничего сложного, кто хочет участвует, кто хочет не участвует. Что вам надо сделать? Как обычно, лайк, репост данного видоса и написать коммент с правильным количеством осколков, которые выпадут до определения победителя. Даю ровно сутки, то есть, ну, вы можете оставить на один аккаунт один коммент, то есть не флудите, все, кто спамит, сразу же попадают в спам. У вас должна быть открыта подписка, должен быть открыт плейлист видео, которые вам понравились, чтобы я мог посмотреть это. Ну все как обычно, ребят, ничего сложного. Репост в соцсеть, там ВК, разные варианты. Так, что у нас получилось? Ехали посмотрим, что у нас по мешкам розы. Вот 191, этим мы не считаем, вот 191 мешок, то есть тут падают именно розы, то есть не там осколки, не феник, а именно мешки с розой. То есть кто угадает,
правильное количество осколков за 191, ребят, именно 191, потому что, возможно, завтра у меня их будет немножко больше. Тот и получит розу. Опять же, кто первый. Поэтому подумайте и пишите. Неплохо. Блин. А, вот отлично. Я уже думал, я без книг останусь. О, ничего себе. 500 книг. Вот отсюда больше всего мне нравится доставать книги. Их больше всего отсюда и падает. 700. Нифига себе. Представьте. 7 с 10 это были книги и того, что я имею. 3200, ребят. Это жестко, конечно. Пятые сундучки это нечто. Ну что, давайте будем двадцатки качать уже. Чтобы их переносить. Чтобы они нам уже не мешались. Вот видите, какое разделение героев получается. Плюс 330 силы. То есть 10 таких переводов плюс 3000 свободы. Неплохо. Ну, камешка вроде мне хватает. Может, повезет и сегодня сделаем максимум от силы. Сейчас посмотрим. Уже 1 070 000 почти, неплохо. Значит, 1 080 000. Возможно, после обновы можно будет 1 100 000 качнуть. Это интересно. Блин, опять так неудобно. Еще, кстати, может быть загвоздка с красными камнями. 24 000. Мне может еще и не хватить их. Не исключено. Ну, в принципе, у меня тут синих хватает. Поэтому можно особо не париться. Правда, потеряем немножко больше, чем надо. Ну то такое. Так, что, 1 070 000 есть уже. Чуть-чуть ронинов еще вам скажу осталось. Я думал, где-то до плюс-минус 1 075 000, где-то, наверное, так. Думаю, не больше. Сейчас проверим. Вот, так что по поводу конкурса, в принципе, все условия, как, думаю, многим моим подписчикам знакомы. Кто нет, посмотрите раздел с конкурсом. Также идет параллельно конкурс еженеделька, на котором я тоже выбираю победителя. Поэтому, кто хочет, найдите плейлист, посмотрите, и будет вам счастье, если, конечно, он выберет вас. Так. Блин, 4 часа, а я еще качаю силу. Это ужасно. Надо закачивать уже с этими прокачками на английском сервере. Нечего качать. Интересно, что они все-таки в обнове. Кроме скинов на здания, которые здесь будут собраны за пару дней.
Они еще интересного придумают. Так, ну по книгам вроде плюс-минус, возможно, и хватит. Хотя, думаю, нет. 2-3 надо будет. Возможно, и не хватит камней самых желтых. Кто его знает, посмотрим сейчас. В принципе, я смогу книги еще добрать. Шоппинг спри. Так, интересно, сколько у меня осталось. Еще есть чуть-чуть ронинов, так что возможно и больше даже. 77, где-то 78, 8, возможно до 80 дойдем, но я думаю вряд ли, но все возможно. 20 ронинов, считайте, 7000, практически 6600, там их вроде и больше, чем 20. Да, уж длительно это дело, конечно, ребят. Но мы уже практически на финишной прямой. Да, как видите, для книг пятые сундучки самые такие топовые. Стоит больше для камешков уже. Да, будет даже больше. Это радует, значит, две обновы, либо одна с двумя героями, у нас будет уже новая интересная циферка. Да, расходники, конечно, просто улетают. Так, что там у нас по ронинах осталось? Раз, два, три, четыре, пять, 16 штук. В принципе, не так уж и много. Значит, если у нас 16 штук, мы немножко... В принципе, ровненько идем, где-то 1 080 000 получается, по силе у нас получится, если всех докачать. Неплохо. Нам еще красных сейчас камней не хватит. Возможно, и желтых тоже. Ну, в принципе, можно будет и завтра добить. Так,
Поехали дальше. Четыре часа ночи, я качаю силу. Так, все, ребят, финишная прямая, спать. Ну а вы, конечно, участвуйте в конкурсе, и будет вам счастье уже завтра. Так, 77, в принципе, даже больше качнем. Я же еще эти камни прокачиваю по 100 с героя. Да, будет 80, даже 2 где-то. Неплохо. Где бы только еще расходников понаходить. Не хватило для круглой циферки. Так, есть. Еще одного точно качнем. Так, отлично. Так, суки, с этим разобрались. Поехали еще посмотрим, что там у нас есть с книгами интересного. А больше у нас с книгами ничего интересного нет, к сожалению. Поэтому вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсе. Все, что надо сделать, вы знаете, в принципе. Все, всем удачи, всем пока. Спокойной ночи.